я два раза приезжал ровно на полдня из Берлина, прилетал, потому что я играл там спектакли. Я попала в проект буквально в самый последний момент. Режиссер, который, один из режиссеров, кинорежиссеров 20 века, которого назвали лучшим режиссером 20 века, он после награждения сказал: а у меня в кабинете висит надпись, вот так вот за мной я вот сижу, за мной надпись: как бы это снял Любич? Когда я не играю в полунегре, я исполняю роль Глории Свенсон.